Так, сегодня 12 марта 2023 года. Я хочу показать, как в самой кружке обновляются приложения. То есть, вот, допустим, если мы в основном пользуемся лампой, больше, ну, торсерф еще и лампа, да? То есть, вот, сама кружка, то есть, вы понимаете, что это все установлено на LG телевизоре. Мы заходим в кружку. На LG телевизоре есть root права. Обновляем приложение, заходим в кружку в саму, ну не в саму, а смотрим, нет ли обновления самой кружки. Здесь мы не видим апдейт. Апдейт, если бы горел, тогда бы можно было обновить. Теперь мы давайте посмотрим. Вот обратите внимание. Так. Ну, как бы нету, да, лампа вместе с этим. То есть мы заходим сюда, здесь то же самое видим, да? То есть апдейта нету никакого. Если бы апдейт горел, тогда бы мы его обновили. То есть иногда с первого раза не обновляется, можно нажать несколько раз. Он там выдаст первый раз ошибку, но если второй раз нажмете, будет все четко. И обратите внимание, вот здесь стоит два приложения. То есть одно приложение лампа плюс FFProbe. А FFProbe это приложение, которое подтягивает, по-моему, какие-то титры или субтитры, там что-то такое. Но сегодня мы не можем. Мы можем удалить, да? Мы можем уйти на лампу, но обновлений сейчас пока нету. Сейчас лампа откроется, и мы обратно уйдем в кружку. Из кружки можно устанавливать любое приложение, которое вам хотелось бы установить. Лампа открывается не так быстро, то есть, ну, как бы на телевизоре LG это очень большое приложение. То есть мы видели, там, по-моему, было написано 39 мегабайт оно занимает. We'll be right back.